собрались такие люди, которые активно помогают, помогают и в соцсети выкладывают нашу церковную жизнь. Помогают и сами красим храмы, сами облагорошаем территорию храма, видели наш цветник. Это трудами прихожан, активных прихожан. Этот сад на протяжении уже нас 6 лет. Вот так вот храм. Он соединяет прежде всего и руководство Волгодонское, и нас соединяет вместе. Вот как Федор Ушаков, как воин и такой был, мирской, так и воин духовный. Вот это он нас соединяет поэтому. Детей у нас ходит активных прихожан, чтобы активных, 10-15 человек. Это тех детей, которые покрестили, и родители потом приводят на причастие, и эти же дети потом приходят на воскресную школу. Ночью сегодня спал, перед праздником переживал, приехал в храм в 4 утра, шатры подлетают к небу, впятером их как-то пытались сдержать, но потом в итоге получилось разобрать, и по благословению митрополита мы уже перешли в храм и там молились. Ну, честно, было очень нервно, по-нервному. Федеральное бюджетное учреждение администрации Волгодон, Ушаков, конечно, это великий человек. В первую очередь это флотоводец, адмирал. А во вторую очередь это святой человек. Это человек, который очень любил своих матросов, вообще людей. И жалел даже моряков, с которыми воевал. Не убивал турецких матросов. То есть это человек великой души, по-настоящему. Хороший, добрый и настоящий человек, настоящий христианин. Вы знаете, дело в том, что храм этот построен на берегу канала. И все суда, которые проходят или входят в канал, в арку первого шлюза, в первую очередь они, наверное, видят храм, который стоит на вот этом месте, на высокой горе. Мы участвовали в его строительстве всем миром. Не только наше предприятие, но и другие участники с пароходств принимали в этом участие. Сначала был деревянный храм. К сожалению, его один нехороший человек сжег. Вот. После этого было принято решение построить каменный. Снова мы собрались с силами, с духом и построили вот эту часовню имени Федора Ушакова. Отношения действительно добрые, соседские, потому что мы соседи по-настоящему. Храм соседствует с первым шлюзом Волгодонского судоходного канала. Мы по-доброму друг к другу относимся, по-человечески. Праздник, престольный праздник, который проходит каждый год 5 августа. Мы его с нетерпением ждали, все готовились, не спали. Это такое торжество, которое проходит каждый год, и каждый прихожанин готов прийти и поклониться, отдать свою частичку сердца Федору Ушакову.
всего приемся, я уже не поговорю, бесплодных архистратив. Господу помолимся.
ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Хвали душе моя Господа, Господи, Господи, живоси Твоему, Богу Твоему, Духе жив. Яко благ и человеку любит с Бога еси, и Тебе славу воссылаем, Отцом и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Во Царстве Твоем помяни нас, Господи, когда придешь во Царстве Твоем, блаженни нищие духом, яко тех и Царство Небесное, блаженни плачущие, яко те и утешатся, блаженни кротые, яко те и наследят землю, блаженни алчущие, жаждущие правды, яко те и насытятся, блаженни милость небесная, блаженни поносят нам и женок, и векут их долго Бога мы слушаем не ради. Радуйтесь и веселитесь, я вам сда ваша много на небесе. Чуждет завету обетования.
упование немощи и без Бога. Благослови Высокопреосвященнейший Владыко, Благовестителя Святого Апостола и Евангелиста Луки. Послушайте Его, исцелитесь от недуг своих, и страждущие от дух нечистите, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы, и поносят и пронесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, себо мзда ваша много на небесе. Братья и сестры, на улице очень сильный ветер и холодно. Давайте позаботим всех наших дорогих братьев и сестры, которые стоят на улице, и чуть-чуть еще постараемся уплотнить. Храними в стране нашей России сей спасение ея, о народе властях и воинстве ея, да тихо и безволное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Наших священниц и священномонахов и всем во Христе братстве наше. Господи, помилуй, нашествие на племенник междоусобные брани, всякие смертоносные язвы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестном храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Яко милостиво человека любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Углашение зрите, и лицо углашение зрите, да никто от оглашенных и лицеверни,
Поки поднимем Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Божию Твою благодатью. Господи, помилуй. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Поки мир Господу помолимся. Господи, помилуй. Услышь, не говори, спаси не душ наши, Господу помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Божие, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Премудро. Якуда под державою Твоей всегда храним, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина высокопреосвященнейшего митрополита Германа и господина нашего высокопреосвященнейшего митрополита Феодора Волгоградского и Камышинского, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные,
и священнический, диаконский, монашеский чин, и в речи церковный, настоятеля братьев Рехожан, святого храма сего, где боющий, предстоящий, молящихся, вас всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Оставление.
Тебе приносящее от всех и до всего. Тебе поедем, Тебе благослови, Тебе благодарим, Господи, и молим нас, Боже, и Христе, 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 воспевайте пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И со Духом Твоим. Все святые помянувшие, Твоя сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. И всем. И Духой Твоего. Главы ваши, Господи, не преклоните. Святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Омим. Святая, святый. Единственный, Господи Иисус Христос,
помилуйся, и погребися за неблагодарное зло нравное твое кровью, на нее растлевшее грехом естество наше. Сам бессмертный царю прими, мое грешное покаяние, и прикони Бог милостью. Не предала себе погибнуть и собезаконие мое имя, мои гостнически ожидаю обращения. Ты порекласи, человек, любящий пророк, покорение, попадение, пошутки, грешника, но я же против всей живу прийти в Бог. Приступите. Участники, молитесь, повторяя слова молитвы. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир грешные спасти, от них же первый есть нас. Ище веру, яко сие самое пречистое тело Твое, и сие самая честная кровь Твоя, молюся обо Тебе, помилуй меня, и прости мне прегрешения мои, вольные и невольные, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, и сподоби мя несужденно причаститесь и причистых твоих таинств, в оставлении грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери твои тайные, дней, Сыне Божий, причастника мя прими, небо врагов твоим тайным поверь, не лапзание седа века Иуда, но и разбойник исповедую Тебя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не в суд и в осуждение будет мне причащение святых Твоих таинств, Господи, но в исцеление души и тела моего. Аминь. Надеваем свои православные имена, широко открываем ротик, ручки на груди скрестили, как крестообразно. Молодцы! Не болтаем, не разговариваем, и, причастившись, целуем край чаши к истинной правде на ребро Христово и отходим сбивать куда? Теплотой вот туда. Сделайте здесь проходик, пожалуйста. Чуть-чуть потеснимся. Тело Христово примите. Чуть-чуть весь мир допустим. Четверо, о Боже, как нас зовут? Василий, большой человек. Ну, давай. Большущий. Молодец, закрывай. Ну, вот это твое.
Церковь Божия. Все мы дошли к чаше. Субостатов множество и на нас волчающихся, всех видимых и невидимых врагов низложи. Умоли Господа Бога, даровать крепкий и ненарушимый мир, и земли плодоносие, пастырем святыню, законом правду и силу, вы начальником мудрость и доблесть непобедимую, градоначальником суд флоту твоему российскому и всему воинству нашу преданность вере и отечеству и неделимое мужество всем же православным христианам здравие и благочестие, сохраняй страну нашу российскую и храм сей от всех наветов вражих. Да словом и делом прославляется в них все святое имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. На суше и на море, правда.
человеком. Благословение Господне на вас, так благодать и человеколюбие, всегда на небресно и во веки веку. Аминь. Слава тебе, Христе Боже, Бога не наше, слава тебе. Христос, истинный Бог наш, молитвами, Пречистая Своя Матери, Святых славных, всехвальных апостол, и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинограда Златоустого, святого праведного непобедимого воина, Феодора, Егожей память ныне совершаем, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. И слава тебе, Господа, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение. Подождь, Господи, великому Господину, и отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху Московскому и всея Руси, и господину нашему высокопреосвященнейшему Феодору, митрополиту Волгоградскому и Камышинскому, с Богом хранимою их паствою, богохранимой стране нашей российской, народу, властям и воинству ее, флоту российскому, настоятелю, братья и прихожанам святого храма сего, и всему освященному собору, благочинному протоиерею Сергию и всем здесь предстоящим и молящимся Тебе, и сохрани их на многое лето. Дорогой Владыка, благодарим вас за то, что посетили для нас в этот замечательный день храм, несмотря на погоду. Собирались сегодня совершать богослужение на улице, чтобы люди все украсили, но, слава Богу, все равно посетили, и хоть пускай в тесноте, но все вместе молитвы. И вот благословите принести сейчас, пускай, скромный подарок Федору Шукову. Сердечно благодарю святой отец-настоятель Ирий Евгений, братьями и сестрами стога храма сего, всех вас, честные отцы, братья и сестры, за сегодняшнюю совместную службу, которую мы почувствовали, наверное, особую любовь Бога к нам и единство христианского плеча, которое, наверное, нам было бы не так доступно, если была погода солнечной, не пасмурной, безветренной. А вот здесь мы с вами поняли, что значит церковь и православная община. Вот как мы селедочки
бочки все уплотнились, но нисколько мы от этого не чувствовали ущемления. Какая-то молитва была другому особенная. Мы прославляем удивительного человека, Федора Федоровича Ушакова, видимого адмирала, славу российского флота и духовный светильник на церковном небосклоне. И не только мы поклоняемся и прославляем его, что он угодил Богу своей праведной жизнью, хотя для нас это, наверное, самое главное и важное, но мы удивляемся вообще широте его личности. Насколько это был человек мира, одареннейший, высокообразованнейший, который зачастую действовал вопреки правилам, по какой-то своей внутренней интуиции. Ни одного сражения за всю свою жизнь он не проиграл. Ни одного матроса не потерял пленным. Он по существу является реформатором российского флота. Вот и тактиком, и стратегом вот в линейной стратегию он внес принцип легких кораблей в резерве, которых раньше никогда никто не использовал. И при всей маневренности и быстроте движения он всегда сохранял строй, что это очень сложно и важно. И такой он ужас наводил на атаманскую порту, как только слышали, что Ушак-паша вышел в море, все сразу сворачивали паруса и спешили к себе в порт. Он занимался воспитанием своих матросов не только военному искусству, но и благочестивой жизни. И для всех в то время городов побежденных было таким откровением, что победитель входил в улицы городов, не грабя и насилуя, как обычно было принято, а с благочестивой молитвой, с уважением к побежденному. И потому огромный авторитет российского адмирала с каждым разом, с каждой победой все только возрастал. И не только его, но вообще русского войска и русского флота. Он мог бороться не только с врагом видимым, он мог бороться и с эпидемической болезнью, грамотно расставляя санитарные точки. Он, обладая поистине государственным умом, освободив Эгейские острова от французов, написал им основные законы и конституцию, по которым уже они могли существовать независимо. Если бы не изъявление российского правительства, то, конечно, Эгейские острова сегодня были бы же под российским флагом. Так они не просто любили, но и всецело доверяли России в лице адмирала Федора Ушакова. Он освободил среди прочих островов Корфу, Киркиру, принес туда мощи святителя Спиридона Тримифунского, и до сих пор жители этого острова чтут память не только святителя, но и праведного российского воина. Ни один бой он не начинал и не заканчивал без сугубой молитвы. И всегда, когда он выходил на берег, первым делом он шел в церковь. Не в кабак, не на коечку своей скромной кельи, а в храм Божий благодарить Небесного Царя за очередную победу. И, конечно, никто иной, как Дух Святый, действовал в нем и помогал находить
решение в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. В большинстве случаев противник превосходил его и мощью, и силой, и количеством кораблей, но он всегда выходил победителем, потому что с ним был Бог. С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог. Жизнь Отечеству, душу Богу. Вот был такой его девиз. И подобный ему русский непобедимый воин, генералиссимус Александр Суворов, говорил: «Эх, вы бы мичманом на корабле с Ушаковым хотя бы побыть». Вот такая была его великая слава. Но когда он вышел на пенсию, сохраняя звание и мундир, то он не нашел у себя ничего более лучшего, как уединиться в обитель к своему благочестивому дядюшке, преподобному Федору Санаксарскому. И там, подвязаясь в трудах, молитвах, благочестивой жизни, оказывая богатую милостыню всем нуждающимся, он и предал свою душу в руцы Господне. И вот теперь он сияет, яко светило, на небесах, в обителях Царя нашего Небесного. И имеет возможность и сугубую милость помогать нам, здесь еще живущим на земле, претерпевающим вот эти бушующие искушения и страсти житейского моря. Но будем помнить одну простую истину. Корабль, как бы был не тесним волнами, снаружи его никогда не утонет до тех пор, пока вода не окажется внутри его. Так и человек. Он претерпит любые искушения, любые соблазны, любые скорби и болезни, если не позволит им проникнуть в глубину своего сердца. А чтобы нам сохранить свое сердце несокрушимым, нужно ограждать себя непрестанной молитвой. И утром, и вечером, и в течение дня, как это делал наш непобедимый и благочестивый адмирал Федор Федорович Ушаков. И когда приближалась очередная буря или война, он, веря в огромный потенциал русского народа, говорил: «Не бойтесь, это искушение послужит славе России». С праздником, дорогие братья и сестры, с престольным торжеством, и пусть благодать Святого Духа и покровительство непобедимого адмирала Федора Ушакова пребывает со всеми вами. Но причастников поздравляем сугубо с пением Таин Христовых. Выслушайте благодарственные молитвы после Святого Причащения, повторите ко Христу. И будьте сегодня осторожны на улице, чтобы не было таких искушений. Храните себя и друг друга. Цветы вам от семейного клуба при храме Федора Ушакова и воскресной школы адмиральцев. Это все мне? Это детки, да. Это все от адмиральцев? Да. Спасибо, Господи. Господи. Куда убежали? Данька. Да, молодцы. Труженицы. Труженицы. Спасибо. Спасибо, Господи. Божья милость, это будет счастливо. Возрастайте в Духе Святом. Спасибо. Молодцы. Спасибо. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Подходи, солнце мое. В 2007 году решением руководителя тогдашнего нашего Игоря Ильясовича Коблева и поддержкой министра транспорта Левитина Игоря Евгеньевича, и с благословением владыки Волгоградского Германа, мы впервые здесь, на этом месте, поставили рубленную часовню. К сожалению, она простояла недолго, год. Сожгли. После этого была выстроена вот эта красавица. Ну, как я уже сказал, это на самом деле жизнь. Перед началом навигации
мы приходим сюда. Молимся, благодарим владыку Волгоградского и Камышинского за его молитвы на безаварийную работу в навигацию. Любим нашего владыку, желаем ему крепкого здоровья. Храм – это не просто поддержка нашего коллектива, это будущее России. Чем примечательен этот воин? Конечно же, тем, что он прославлял Господа всегда в своей жизни. Он начинал каждое утро с молитвы, он заканчивал каждый вечер перед сном, заканчивал тоже с молитвы. И непрестанно молился в течение всего дня. Но этот воин не проиграл ни одного сражения. Он наводил ужас на врагов и недругов, но вместе с тем он любил их и всегда поддерживал в трудной ситуации. Примечательно, что когда потоплена была галера, именно Федор Ушаков приказал вернуться и подобрать врагов на борт, чтобы они не утонули. Сегодня у нас торжество, которое празднует не только наш храм Федора Ушакова, но и вся Россия. Наш храм находится на канале имени Владимира Ильича Ленина на первом шлюзе. Это соединение пяти морей. Здесь есть слава, честь, доброта и душа. Вы знаете, вот сегодня 5 августа. А, по-моему, у всех сегодня такое состояние, как будто пасхальная радость. Благодаря или даже вопреки вот этой погоде, которая ненастная, шторм, буря, мы собрались на своем корабле в церкви по-настоящему. И у нас был среди нас флотоводец, воевода Федор Ушаков. Нас просто вот разрывает от счастья. Мы желаем всем вам передать эту пасхальную сегодняшнюю радость такого необычного торжества. Вы знаете, на моей памяти это одна из самых лучших, может быть, единственная литургия, когда мы почувствовали настоящую любовь. Мы все сюда вместились. У нас очень маленький храм. У нас здесь 30-40 человек помещается, да? Но мы вместились сюда все.
Мы чувствовали тепло друг друга. Да, человек, мы согревали друг друга теплом. На улице был холод, ветер, буря, ураган, а мы на свой кораблик согрели друг друга теплом наших сердец. Слава Богу, мы всех поздравляем вас с этим прекрасным праздником. Любимый Федор Ушаков, моли Бога о нас грешных. Мы радуемся и вам дарим эту радость. Дорогие христиане, братья и сестры, наше вам искреннее пожелание. Любите друг друга, цените друг друга. В любой трудной ситуации молитесь, просите и воздавайте. Вам воздастся всегда гораздо больше, чем вы думаете. И ваши сердца – это наши сердца. Ваши души – это наши души. С нами Бог есть и будет. Молитвами святого праведного воина, адмирала Федора Ушакова. Мои хорошие, всем и каждому я желаю найти свой храм. Это главное в жизни. В каждом сердце есть храм. Имя храма – любовь. Этим светом будь свят, этим светом согрет. Слова из известной песни желаю всем от души. Только найдя храм, мы придем к Господу Богу, ощутим Его любовь, ощутим эту красоту, будем счастливы и в этой жизни, и в блаженной вечности.